Ну, для того, чтобы вот достичь этих целей, которые поставлены в этой программе, конечно, надо, то понятно, рано выявлять заболевания и применять эффективное лечение. Вот мы часто показываем вот этот слайд, который показывает, что начиная с 90-х годов в ряде стран, в частности Великобритания и США, страны с наиболее высокими показателями заболеваемости и смертности, вдруг начало резко снижаться вот показатели смертности. Что Ричард Митта, который руководил тогда Оксфордским университетом, объяснил широким применением гормонотерапии препаратом тамоксифен. Это как раз английская фирма АстраЗенека. Вот. И в то время не отрицая и значение маммографического скрининга. А американцы это объяснили в основном широким применением уже тогда скрининга маммографического, охватывающего там значительную часть популяции американской. Ну, так или иначе, вот благодаря системному лечению, успешному лечению и скринингу начала снижаться смертность от этой самой частой опухоли. Вот когда приводят БОС данные по Европе, допустим, то мы видим, какой диапазон отличий заболеваемости и смертности в разных странах. И надо сказать, что всегда о Российской Федерации говорили, что вот у нас чуть ли не самая высокая там смертность от рака молочной железы. Видите, что вот если нижняя вот эта вот Российская Федерация, ну фактически заболеваемость значительно ниже, чем в старых странах Европейского Союза и Западной Европы, а смертность, в общем-то, тоже на одном из последних мест, ну, может быть, только вот скандинавские страны там какое-то преимущество имеют, Финляндия в частности, а в целом, в общем, она как бы не превышает. Но это не значит, что мы вот должны успокоиться, что вот у нас начиная вот только с 2015 года, то есть 5 лет назад, наметилось снижение смертности от рака молочной железы. И не благодаря, конечно, маммографическому скринингу, который еще и сейчас широко вот так вот, он исследуется во многих, и в Москве, и в Петербурге, и в областных городах, вот, и в ряде, так сказать, других, более мелких, даже маленьких наших республиках, но пока нет такого общенационального популяционного скрининга, который бы касался всех женщин от 50 лет и там, допустим, до 70. Но тем не менее, вот благодаря все-таки какому-то улучшению раннего выявления и применения системных видов лечения наметилось снижение смертности. Это очень как раз отрадно, это вдохновляет на дальнейшие поиски более эффективных подходов к этой широкой проблеме. Ну вот мы пытались по заданию ВОЗ в свое время, была дана установка разработать для ряда стран, особенно вот стран таких вот экономически слабо развитых, в то время для Индии там, и других стран, разработать более простые и дешевые методы, в частности самообследование. Мы провели такую программу, и в течение она почти 20 лет выполнялась, но 15 лет собирали данные. И оказалось, что выживаемость была немножко выше, кто ежемесячно себя подвергал самообследованию, но смертность от этого заболевания не изменилась. Ну, это так вызвало как-то некоторые недовольства, в частности, даже в самой Америке, где это практикуется уже 50 лет самообследования, наше Министерство здравоохранения. Но когда посмотрели и представили эти данные, в том числе и по Китаю, там американцы провели, то они подтвердили наши данные, что простые методы, то есть самообследование, не может решить эту проблему. Она может мотивировать женщину пойти на маммографию и так далее, но сам по себе этот метод не решает проблему. К сожалению, вот, скажем, наша главная организация, это ВОЗ, не дала четкого определения о необходимости все-таки проведения именно маммографического скрининга. Ну, потому что пошли вот на поводу вот ряда исследователей, которые говорят, если мы там нашли опухоль первой, второй стадии, вот вся проблема и решена. Но пациенты погибают не от первой, второй стадии, а от четвертой стадии заболевания. А если удельный вес четвертой стадии не снижается, как может снизиться смертность? Ну и что еще отпугивало от участия такого широкого маммографического скрининга, что большинство женщин, почти 90%, как бы не имеют прямой пользы, потому что у них на 100 тысяч выявляется обычно там не более там, 200 случаев рака молочной железы. Значит, у 99 тысяч не выявляется ни в этом году, ни в следующем, и вообще. Кроме того, очень часто бывали, особенно некачественно организованном скрининге, ложные положительные заключения. Это влекло за собой биопсии ненужные, тревогу среди пациентов. Вот по европейскому стандарту число вот таких заключений не должно превышать 7%, а не то, чтобы там у каждой третьей женщины. Ну и вот видите, вот скажем, решение ВОЗ, WHO, что да, вот маммография, конечно, высокоэффективный метод, но допускается для стран со средним низким уровнем доходов вот просто клиническое обнаружение. И самообследование, вот пальпация там в поликлинике, врачами и так дальше. Думаю, что это неосторожное такое вот заключение. Я думаю, что все-таки главная задача все-таки проводить настоящий, хорошо организованный маммографический скрининг. И вот это видно, что там, где проводятся страны и регионы, там снижается смертность на 20-40%. Если это не организованное, а просто вот как-то участие, ну 5-10%, тоже неплохо. А вот использование других более чувствительных методов МРТ, так называемых, которые каждый знает и слышал, но это касается только женщин любого возраста и молодых женщин с носителем мутации гена наследственности рака молочной. Самообследование, как уже показано, оно не приводит к снижению смертности. Ну и второй важный, так сказать, наш резерв снижения, улучшения выживаемости, это, конечно, неоадъювантная системная терапия. Петр Владимирович потом будет говорить о хирургии как главном методе. Но вот мы говорим о том, что два фактора основных, которые влияют на снижение смертности, это не отрицая хирургия, это раннее выявление и успешное системное лечение. Вот мы занимаемся как бы всеми направлениями, но в частности, вот скажем, знаем, что большинство опухолей молочной железы гормонозависимы. То есть они, эти опухоли характеризуются, вот как мы говорим, экспрессией рецепторов стероидных гормонов, тех субстанций, которые регулируют вот рост и деление клеток нормальной молочной железы. Они нужны для организма, рецепторы, они в молочной железе, в других тканях, в матке и так дальше. И если, вот, скажем, нейтрализовать их эффект с помощью антиэстрогенов, то, в общем, можно добиться неплохих результатов. Вот здесь мы видим, что как бы сама опухоль, вот ее природа, она сначала мало чем, когда есть рецепторы, чем отличается от нормальной ткани. Это, в общем, как бы регулируемые субстанции, которые регулируются нормальными вот этими уровнями гормонов, вырабатываем яичник. Но постепенно вот эти 90% переходят в так называемые трижды негативные, когда нет никакой экспрессии рецепторов стероидных гормонов. Она регулирует другие факторы, она уже чужеродна для организма. И здесь, при этих вот агрессивных опухолях, другие подходы и другие методы лечения. Вот мы к этой же вот, как бы диаграмме показали те направления, которые используются, учитывая, что 90%, ну, по крайней мере, большинство пациентов характеризуются гормонозависимыми опухолями. Это не означает, что вот у всех у них гормонотерапия решает все проблемы. Но многие из них, вот, отнесены вот этому криминальным атипу, они реагируют и на тамоксифен, ингибиторы ароматазы, известный вам препарат тамоксифен, там, скажем, и так дальше, или в конечном итоге регуляторы, там, фазлодекс и так дальше. Но рано или поздно вот эта зависимость уходит, теряется. И поэтому приходится применять, если наступил рецидив заболевания, уже целый спектр других препаратов. И из этого видно, что кроме вот такого деления на люминальную опухоль, гормонозависимые, или экспрессирующие вот этот вот HER2, когда применяется трастузумаб, герцептин, или вообще трижды негативно, абсолютно гормононезависимые, вот, то мы видим, что в каждом из этих типов или подтипов существует много различных генов, различных белков, которые фактически делят еще каждый подтип на много подтипов других, и которые, в общем-то, вот, и могут быть нечувствительны уже традиционной гормонотерапии, которая применяется 5 и 10 лет. Эта чувствительность может потеряться гораздо раньше, и тогда есть целый спектр препаратов, которые всякий раз улучшают или это позволяют контролировать это заболевание. Ну, к счастью, вот то, что мы показываем и раньше показывали, всегда говорили, что вот это очень эффективные препараты, но в России они там нет, их не покупают и так дальше. Сейчас мы можем отметить, что многие из указанных вот здесь на рисунке лекарственных препаратов, они, в общем-то, сейчас входят в стандарты, будут скоро целое руководство по стандартам лечения, ну, по рекомендациям, точнее сказать, лечения рака молочной железы и опухоли молочной железы. И многие диспансеры уже сейчас располагают этими препаратами, и многие пациенты, а у нас приезжает наш институт М.Н. Петрова, 70% пациентов из других городов лечится у нас. И мы видим, что когда мы рекомендуем какие-то из этих препаратов, потом мы же интересуемся, получат они, получают, и, как правило, и очень многие из них получают именно эти препараты. Ну, и вот мы уже переходим вот там к конкретному подтипу. Вот, допустим, самая агрессивная опухоль из всего указанного – это опухоли, которые уже могут быть очень слабо зависимы от гормональных влияний и от гормонов. Там уже другая действует система и регуляторы, которые вызывают пролиферацию и рост клеток. Вот, в частности, это так называемый HER2 опухоли, которых не так много, не более 20%, но они определяют ранее, пока не было препарата трастузумаб, герцептин, который вам известен многим. Вот, здесь была ситуация неуправляемая. Сейчас вот, даже при наступлении рецидива заболевания есть препарат, вот тут он обозначен как ТДМ-1 или Катсила, который в себе сочетает и герцептин, и М-танзин, значит, так его называют, трастузумаб М-танзин. То есть и химиопрепарат, и сам антигерпрепарат, они в одном, как бы в одном лекарстве. 91% экспертов поддерживают такое лечение, оно действительно, когда наступает рецидив заболевания, когда после неоадъювантной терапии не удается полностью добиться полного исчезновения опухоли, тогда этот препарат незаменим. Ну и следующая ситуация, о которой я начинал говорить, это опухоли, вот так называемые, трижды негативные. Это самая агрессивная опухоль. К сожалению, в отличие от всех предшествующих, здесь еще очень много неизвестного. Вот, то есть есть препараты, они проверяются, там, в том числе препараты платины и так дальше, но нередко, даже после интенсивного лечения, ну, формально даже операбельных опухолей возникает остаточное заболевание, не исчезает вся опухоль. И вот ряд исследований, в частности, японское исследование, показало, что если применить препарат капецитабин, ксилода, то, вот, скажем, у большинства больных намечается ответ на это лечение. Но это исследование продолжается, еще сроки наблюдения пока 3 года, но будем надеяться. Ну, конечно, и поиск идет и других препаратов, в частности, у больных с мутацией ВОЗ гена, там и другие препараты появились, лопарип и так дальше. которые, скорее всего, будут менее токсичны и более эффективны, чем ксилода, капецитабин. Ну вот, скажем, рекомендацию международную Сан-Гален прошлого года. Сейчас мы готовимся, в марте месяце будет 20, значит, очередная конференция. В принципе, она повторяет то, что я сказал, но здесь добавляется вот нижняя строчка при трижды негативных и 2 позитивных заболеваниях применение иммунотерапии. Почему? Потому что все-таки эти опухоли, хотя раньше так не считалось, особенно трижды негативные, самые агрессивные опухоли, они способны отвечать на иммунотерапию. И этим характеризуются. Это, конечно, как бы сложный рисунок, но как бы так упрощенно, что вот, скажем, нас защищают, вот в онкологии защищают так называемые CD8 Т-клетки. В упрощенном варианте, они защитники. Но на пути этой защиты, вот между CD8 слева и опухолью клетка, стоит мощная преграда, так называемый чейкпоинт PD-1, который экспрессируется, с одной стороны, в самой вот этой Т-клетке, лимфоците, а с другой стороны, есть лиганд к нему, связывающий его, PD-1, который, наоборот, в опухолевой клетке. Ну, это так условно, потому что те и другие могут быть так меняться и там, и там. И вот если применять ингибитор, то есть давить вот эту систему PD-L1, то удается добиться хороших результатов, даже при распространенных опухолях. И вот этот препарат, атезолизумаб, о котором вот вверху там написано, он высокоэффективен, но не исчерпывается как бы эффект, потому что исследуются, во-первых, и другие гены, и другие так, субстанции, и, соответственно, другие препараты-ингибиторы. Так как, вот, скажем, экспрессии, то есть определение PD-L1, наблюдается примерно у 20%. Это касается не всех. А если нет этой экспрессии, то нет смысла применять и ингибитор, то есть атезолизумаб. Именно в поиске вот таких наиболее кратчайших и эффективных путей иммунотерапии вот, и сейчас проводится и в нашем институте, вообще в России, и в Европейском Союзе, и в Америке. И будем надеяться, что вот на этом направлении, оно как бы более физиологично и не столь опасно, будут получены и успехи лечения. Ну, во всяком случае, вот уже благодаря за внимание, уже сам факт, что, хотя мы еще не развернули полностью еще программы маммографического скрининга, вот, но уже теперешние шаги четко показали, что смертность от этого заболевания, летальность явно снижается, и будем надеяться, что этот процесс будет продолжаться. Спасибо за внимание.